Приветствую вас! Сегодня у нас уже третье видео с обзором на мини-фигурки по стимпанку. На этот раз у нас уже именной персонаж Майор Мэггот. Майор Мэггот не относится ни к одной из фракций. Он является обычным офицером полиции, однако это только на первый взгляд. Возможно, одна из фракций решила подкупить его. Но это мы вскоре узнаем. Из оружия у него имеется лишь один револьвер. Хоть это и является самой простой мини-фигуркой из всех, но тем не менее от этого она не менее интересная. Чтобы собрать его, вам понадобятся обычные темно-синие ноги без принта, туловище из Лего Сити, вот такое вот. Оно, конечно, под стимпанк не особо подходит, но тем не менее использовать можно. Голова, точно не знаю откуда, по-моему, она была даже в Hidden Sight, может быть, а может быть и нет, но она прикольная, с усами, это здорово. И шляпа полицейского, тоже не знаю откуда, возможно, из серии мини-фигурок. Наплечники из Ниндзяги, темно-зеленого цвета, и черный револьвер из Лего 90-х, Индиана Джонс, возможно, или Адвенчерс. Берем ноги, сверху крепим туловище, далее надеваем на него наплечники, таким вот образом, голову, вот так вот, а сверху его головной убор. А в руки даем пистолет, который на самом деле точно такой же, как у первой мини-фигурки, просто черного цвета. Вот такой вот офицер у нас в итоге получается. Майор Мэггот на первый взгляд и является довольно-таки простым как и фигуркой, так и персонажем. Действительно, он не относится ни к одной фракции и является обычным офицером полиции. Но, как я и сказал, это лишь на первый взгляд. На самом деле, за этим всем кроются его мрачные мотивы, которые он хочет реализовать. И для этого ему пришлось заключить союз с одной из фракций. Ну а на сегодня у нас все. Ждите следующее видео по стимпанку. Я прямо сейчас пойду его снимать. Ну а на сегодня все. Всем удачи и всем пока-пока, друзья.